Зеленая весна 2018 стартовала в парке Сокольники. Почти 1000 волонтеров собрались на открытие Всероссийского экологического субботника. На уборку вышли и сотрудники государственных организаций, частных компаний, а также москвичи, которые пожелали внести вклад в благоустройство парка. Это уже 5-й по счету юбилейный Всероссийский экосубботник. Он продлится до 21 мая. За этот месяц планируется не только уборка мусора и высадка деревьев, но и сбор макулатуры, помощь особо нуждающимся людям и ремонт детских площадок. Субботник уже объединил более 6 миллионов человек во всех уголках страны. А тут вот... И сегодня сажаем в основном ели, ну, дети сажают фиалки, ну, и мы посадили сирень сейчас, собственно, пока вот здесь так. А по всей стране сегодня начинается вот эта волна, она будет идти весь месяц, и итоги мы будем подводить 5 июня на День эколога. Во время субботника в Сокольниках высадили рекордное количество фиалок, более 2000. Также волонтеры посадили 200 сосен и расчистили тропу здоровья от скопившихся за зиму веток.